Сообщение о заложенной бомбе на рынке Тараза оказалось ложным, заявили полицейские. Около 1000 человек, посетителей и продавцов, которых эвакуировали с рынка, стали жертвами телефонных террористов. Напомню, сегодня с полудня на городском рынке Аул Береке искали взрывное устройство. На место выехали сотрудники ДВД, ДКНБ, пожарный, скорая помощь и спецназ. Однако саперы, тщательно обследовавшие все торговые павильоны, ничего подозрительного не обнаружили. Стоит отметить, что Аул Береке – один из крупнейших рынков в городе, и здесь всегда большое скопление людей. Торговцы предполагают, что сведения о бомбе – это всего лишь проделки конкурентов.